Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН. С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем тему исцеления. Исцеление как нашего тела, так нашей души и нашего духа – это важная тема. Мы хотим сегодня раскрыть те сферы, которые нам помогут хранить ту цельность, хранить здоровье, божественное здоровье, которое Бог вот действительно наградил каждого из нас. И если даже кто-то из вас родился уже с повреждением, я верю, что Бог, Он силен обогатить нас, Он силен восстановить и просто преобразить то тело к оригинальному Его замыслу. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами сегодня. Дорогие друзья, сегодня хорошая новость в том, что Господь наш, Бог, является Богом исцеления. Я Бог, целитель твой. Какой Бог у вас, целитель или не целитель? Дорогие друзья, Бог сегодня называет себя и не только называет, Он и является этой сущностью, этой реальностью, этим исцелением для вас. Я сам исцелитель ваш, Иегова Рафа. Это так замечательно. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иногда люди говорят, это было в прошлом исцеление, нужно было. Для чего? Ну, чтобы, может, как-то обратить внимание людей на Бога, чтобы они познали. Дорогие друзья, сегодня как никогда нужно внимание обратить людей на Бога, что Он является целителем. Сегодня мир заражен грехом, проказой, вирусом и духовно, и физически, и телесно. И сегодня люди этой земли нуждаются в Боге, в Божьем исцелении. Библия говорит, ставит диагноз, что все согрешили и лишены славы Божией. И псалмопевец говорит, он чудно говорит, смотрите, в 40-м псалме он говорит, «Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою». Кто-то скажет, я не грешник, никого не убил, ни у кого не украл. Да, может быть, но Писание говорит, что вы согрешили все и лишены славы Божией. И сегодня каждый человек на планете нуждается в Божьем освобождении, спасении, искуплении и исцелении. Я возвал Господу, и Он услышал меня и исцелил меня. Смотрите, что говорит псалмопевец. Он говорит в 30... каком псалме? Да. Он говорит в 39-м. «Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой». Да, мы об этом читали. Поэтому, дорогие друзья, воззовите Господу, и Господь спасет, исцелит вас и избавит вас от греха, от смерти, от ада. Он переведет вас в то место, переведет из тьмы в чудный свой свет. В Божьем свете есть исцеление для всего вашего естества. И вы будете ходить в Божьем свете и нести исцеление на этой земле. И действительно, когда Бог называет себя целителем, это говорит о том, что это Его профессия. И когда, знаете, человек, там, доктор такой-то, он не просто называет себя именем, а он именно дополняет, что он доктор. И какой бы он был доктор, если вы приходите и говорите, пожалуйста, вылечите меня, а он говорит, ну, я так это просто так, знаете, так для приличия, чисто для немножко, как бы, для понтов, можно сказать. Понимаете? Нет. Бог конкретно говорит, называя себя этими именами, чтобы мы усвоили для себя этот принцип, знать, что Бог есть целитель. Почему? Потому что легче всего, знаете, думать, что вот, ну вот люди, вот они учились на это. А Бог не просто учился на это. Понимаете? Он сделал наш организм. Он знает все точно. Когда вы приходите к врачу, он пока не сделает анализы, пока не измерит ваше давление, пока он вас не просветит, он не знает, что там внутри. А Бог просвещает тьму мою, это псалмопевец говорит в 17-м псалме, потому что он лучше вашего рентгена. Почему? Потому что он знает даже, на какой вообще там какой вирус, или какая вообще бактерия, или почему, какая может быть стрессовая ситуация, или где это может быть закупорка, понимаете? Он знает все. И вот если выбирать специалиста и идти, понимаете, вот допустим, вы идете к терапевту,
терапевт, он в основном знает как бы основы, и он направляет уже к более узкому специалисту, когда он уже пытается вычислить, вот, значит, какая у вас ситуация. Там, если у вас горло болит, понятно, что он пошлет вас к ухо-горло-носу, понимаете, к более такому узкому специалисту. А Бог – это... можно сказать, специалист выше всех специалистов. И это глупо идти к кожнику, если у вас болит ухо. Понимаете? И вы, на самом деле, вы идете к ограниченному врачу, человеку, который совершенно ограничен в том знании, что происходит внутри. И сегодня, как ни странно, столько разных болезней, которые уже даже больше того, что знают врачи. И вот сколько встречаемся снова и снова, знаем, недавно тоже знакомые болели. Лежал человек молодой совершенно. Несколько месяцев лежал, можно сказать, в бессознательном состоянии, и врачи не могли вычислить, в чем, даже никакой вирус, что повредило его, что они, он, а его с госпиталя в госпиталь отправляли, с госпиталя в госпиталь. Совершенно молодой человек, понимаете? Пока, вот, можно сказать, кризис этот прошел, молились, конечно, родственники, все стояли в молитве, человек пришел в себя, слава Богу, и как бы оздоровился. Но мы видим, что врачи были на совершенно... Это в Америке. Совершенно ограничены. Понимаете? Поэтому я бы, действительно, это мой выбор, всегда бежать к тому, кто самое лучшее знает. И я вам скажу, действительно, Бог дал нам мудрости. Это действительно благодать Божия, не то, что мы заслужили. Потому что мудрость, она приходит от Бога. Бежать в первую очередь к Богу. Потому что поймите, что да, врачи, мы не против врачей. Но я вам еще снова хочу сказать, что они ограничены. И если вы сегодня начнете смотреть, что происходит, что часто очень много за этим стоит шарлатанство. Шарлатанство – это просто наживо денег. И я вам скажу, что я очень мало кому доверяю из врачей здесь, потому что, когда я послушаю их советы, я понимаю, что это совершенно не соответствует здравому смыслу. Почему? Но даже я говорю, что выписываю человека с больницы и задаешь вопрос, а какая диета? Они говорят, а все. Человек с поджелудочной с кризисом лежал в критическом состоянии. И они говорят, все можно. Я так смотрю и думаю, я вообще не понимаю, кто вы такие здесь? Вы в больнице, медсестры, работаете, и не знаете даже, что есть ограниченная диета, которая действительно бьет по поджелудочные вещи, которые нам нельзя кушать. И слава Богу, что тот человек знал. Но, дорогие друзья, мы возвратимся через несколько секунд, чтобы возвратиться и продолжить эту тему. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». Воистину, сегодня у вас самый лучший день. Потому что мы познаем сегодня лучшего из лучших, лучшего врача. Пастор Галина делилась о том, что мы в этой жизни стараемся, каждый человек, это нормально, что-то лучшее найти. Не то, что мы пренебрегаем другими, но каждый хочет, чтобы удачно состоялась у него какая-то сделка. Или вот если нужно к врачу, мы сегодня говорим о враче. Люди стараются по возможности, что к лучшему, к самому лучшему. И говорят, вот этот самый лучший, вот этот такой врач, и этот лучший. И ты упоминала, что все врачи, они учатся, слава Богу. Но наш врач небесный, Бог, он ни у кого не учился. Можно сказать, как это ни у кого не учился? Так и пророк говорит, а с кем же, кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Вы знаете, это мудрость, которая... была всегда, это Господь, Он обладатель всем, Он, как говорится, self-sufficient, да, как бы Он не имеет... Самодостаточен. Да, вот. Это разумом нашим не объяснить, но тем не менее, если мы сердцем поверим своими, вот, что Господь есть Творец Вселенной, Он создатель всего видимого и невидимого. Все миры им сотворены. Действительно, это высший разум. Это тот, которого мы называем Бог. Как он прекрасен. Он является господином этой земли. Он является творцом нашего тела. Дорогие друзья, нашего духа, души. Поэтому, вы знаете, если люди ограниченные сегодня могут... что-то достигнуть, изобретают сегодня. Вот автомобиль изобрели, да? Хорошая вещь. Передвигаемся сегодня. Какое благословение служит. Скажите, пожалуйста, заводу-изготовителю автомобиля трудно какую-то запчасть? Хоть какую? Ни одной запчасти нету проблемы. Только ждут тебя, чтобы ты заказал. И проблем никаких не будет. И привезут, и поставят, и деньги заплатишь хорошие. Все будет работать хорошо. Дорогие друзья, тот человек, не человек, творец, который
который создал нас по образу своему, для него что-то трудно. Действительно, чудеса совершаются. Чудеса совершаются. Бог дает замену даже тех частей тел, которых нет. Вы скажете, где-то может происходить. Бог сегодня, вчера и вовеки тот же. Дорогие друзья, чудеса Господни не исчезли с уходом Иисуса. Иисус сегодня обучает своих докторов на этой земле. Говорит, вы пойдете, будете возлагать руки на больных, они будут здоровы. Это так чудесно. Сегодня Бог совершает чудеса. Если вы будете веровать, будете видеть славу Божию. Да, и мне очень нравится учение Дерека Принса в том, что он говорил о том, что пока вы еще не вырастили веру, поймите, что доверять Богу в исцелении, это требуется определенного знания. Понимаете, вера – это фактически знание. Знание Бога, знание Его воли, знание мест Писания. И он говорит, идите к врачу только для того, чтобы вы не умерли, пока вы взращиваете свою веру. И это разумно, что не то, что вы вот сейчас у вас какой-то кризис, и вы не идете к врачу, потому что Бог исцеляет. А вы не вырастили веры, вы никогда не молились за головную боль, вы никогда не молились за такие маленькие вещи, потому что вы все время бежали и принимали таблетки там какие-то обезболивающие, понимаете? Вы ее не вырастили. И на самом деле хотела просто вот именно сделать это различие, потому что есть плод веры, а есть дар веры, точно так есть дар исцеления, который сверхъестественно Бог высвобождает через служителей для того, чтобы действительно у людей люди видели чудеса и покаялись. И есть разница еще в том, что есть чудо, а есть исцеление. Чудо – это моментальное исцеление, как бы вот настолько быстрое, что ты вот только помолили, затем моментально у тебя болело и сразу не болит. А исцеление – это ускоренный процесс восстановления, понимаете? Это может потребоваться несколько дней. И я видела, что Бог действительно переживал и то, и другое. И я вам скажу, что я переживала сначала чудеса только потому, что я не знала разницы и думала, что Бог всегда творит чудеса. И я моментально приходила, Бог моментально исцелял. Потом, когда в библейской школе мы выучили эти принципы, я поняла и начала действительно получать исцеление уже. Это процесс. И когда сама. Раньше я действительно бежала всегда в церковь, только алтарь открывается, какая-то проблема. Все, я жду, когда? Воскресенье жду, потому что будет открыт алтарь, и я пойду. И там служители Божии, которые молятся за исцеление, и они помолятся, и я знала, что я получу исцеление. Понимаете? Потом был процесс, когда я уже поняла это учение, и я провозглашала, и я поняла, что мне доступен этот алтарь каждый день, и я молилась, и я понимала, что в тот момент, когда я помолилась, серьезно, сконцентрированно помолилась, не просто, знаете, так легкомысленно, и верою приняла это исцеление, я приняла, знаете что, не просто вот сейчас это чудо, а приняла силу, которая пошла и начала действовать в моих связках, там, где мне надо, она начинает свой процесс, и по мере того, что я продолжаю благодарить Бога, продолжаю провозглашать свое исцеление, вы знаете, эта сила увеличивается, и процесс, и сколько раз у меня было такое, что это не моментально, что прошло недели или две, и я провозглашала, как только заболит что-то, мне болело плечо очень сильно, и я провозглашала, а потом я уже забыла даже, у меня уже исцеление пришло, и я потом через какое-то время думаю, я забыла, что оно восстановилось, полностью восстановилось, понимаете, это уже прошло больше года, и было то же самое и за ногу, и я так молилась, провозглашала, каждый раз заболит, я уже не прошу за исцеление, а благодарю, Господи, что сила Твоя, она действует, она восстанавливает мою ногу, где-то там ущемлен был нерв, где-то мне просто ехало, особенно когда едешь на дороге уже больше часа, тогда начинает очень сильно тянуть ногу, потому что определенные, знаете, как бы нерв начинает ущемлять. И я потом как-то ехала и думаю, я столько еду, и мне ничего не болит, а у меня уже, оказывается, не болит несколько недель. Понимаете, это было уже... И я столько, вам скажу, чудес получала от Бога, и чудес, и исцеление. И я просто скажу, что не всегда это получается так быстро и легко, как, может быть, те моменты, когда я просто с наивной детской верой прибегала и получала... И от сотрясения мозга буквально... Мне надо было ехать к врачу, но я не поехала. Я дожила несколько дней, пролежала дома и дошла в церкви и вышла, и моментально, вот понимаете, совершенно голова нельзя было дотронуться, сильно ударилась головой. Я просто понимала, что если я пойду в больницу, то я буду лежать долго в больнице, а потом еще долго восстанавливаться, а мне это не надо. Понимаете, я не соглашалась, у меня были дети маленькие, я понимала, что это меня ограничит мою жизнь, и потом еще последствия будут, понимаете? А Бог меня исцелил совершенно без всяких последствий. И я просто хочу вызов вам дать, что Бог хочет вас благословить. И знаете, что я еще поняла для себя? Сделала вывод. Что Бог хочет вас исцелить больше, чем вы хотите получить от Него исцеление.
Вот это, в этом вы должны настолько утвердиться, и тогда вы приходите совершенно с другим настроением, с другим ожиданием, с другой верой, понимаете? А мы, получается, я раньше думала, ну как вот Бога, как у него выпросить, как бы вот как его расположить, и как может быть убрать все препятствия? Да, надо подумать, что препятствует, может быть, покаяться за что-то, может быть, действительно, это были преграды, может быть, вы открыли дверь, может, неразумно что-то вы делали. Но вы, если знаете, что он хочет благословить вас больше, и так оно и есть, то вы знаете, будете совсем с другим настроением к нему обращаться. Слава Богу, дорогие друзья, мы как раз говорим о том чудесном балансе, который действительно мы не отвергаем врачей, чтобы вы не подумали, что мы вот только вот к тому врачу. Но на самом деле у нас есть выбор. Все люди хотят к лучшему. Кто у вас сегодня лучший? Действительно, по Библии мы смотрим, лучший метод сначала помолиться, воззвать Господу, так возложить мужи Божьи руки, делали, да. Там пасторов призвали, пресвитеров, служителей, вот, да. Священников. Взять елей. Они елей взяли, помазали, молитва веры исцелит болящего. И это работает, это божественный первоначальный такой путь. Но мы часто или не верим, или какие-то препятствия, или ленивые, или не доверяем просто Богу, и так делаем. Или мы думаем, что врач, зачем Бога, да. Зачем Бога беспокоить? О, абсолютно. Я встречался лично с людьми, которые утверждали, будучи верующими долгие годы, говорят, раньше это было исцеление, но вот Бог так вот не исцелял. Врачей, а сегодня только через врачей. Я говорю, только через врачей. Но я говорю, я верю тоже, что только через врачей. Ну, во-первых, я верю, что есть Иисус мой врач, а этот человек верил только что через людей. Угу. Но, дорогие друзья, слава Богу за врачей, что бы мы без них делали. Но я вам хочу сказать, сколько мы видим сегодня, к сожалению, тому, что, ну, врачи, они до определенного уровня помогают, знают, что-то делают. Слава Богу за это. Но часто они бессильны. Мы не унижаем это. Просто это факт. Вот. Но люди получали исцеление, когда взывали крепко к Богу. Да, есть вопросы, почему же так, что люди пробовали и к врачам, и к Богу, и к врачам, и как бы не было, и что-то не происходило, не произошло то, что, может, ожидали. Знаете, мы не можем всего знать, но после этого паузы, после сейчас, мы вернемся, чтобы продолжить эту замечательную тему исцеления, исцеления для вас. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем тему исцеления. И действительно, мы не можем всего знать, но мы знаем одно, что Бог сказал, что я Бог, целитель твой. То, что написано закрыто, то для Бога закрыто, как бы для Бога, чтобы, то, что Бог открыл нам, то Он для нас открыл. То, что закрыто, это Божья воля. В смысле, Бог не дает нам вторгаться, и нам не надо все вычислить, нам не надо все объяснить, нам надо просто Ему доверять. Научиться Ему доверять. И понимать, что если есть проблема, то проблема всегда с нашей стороны. Вот это мы понимаем, что где-то, если не проходит, о чем Петр и говорил, электричество, где-то какой-то не работает, начинаем проверять. Ага, а вообще есть ток в розетку подходит? Есть. Мы знаем, что точно есть. Почему? Потому что Бог проверили, сказал. Да. Мы знаем. Слово Божие проверили, что да, Бог говорит, что я силен и сегодня спасать, исцелять, защищать, благословлять, оживотворять и воскрешать. Дорогие, миссия вообще церкви, народа Божия, Иисус, когда уходил, Он сказал, что вы будете больных исцеляете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете. Мы это делаем? Не все, не всегда. А это вызов. Поймите, это то, что Бог ожидает, что каждый Его последователь будет делать. А если мы не начинаем даже с того, что исцелять, вы будете молиться за мертвого человека, чтобы Бог его воскресил? Я сомневаюсь. Честно скажу, сомневаюсь. Я знаю, что будет больше дерзновения у вас, если вы молились за человека, который был болен, и Бог его исцелил, то в следующий раз, когда у вас предоставится возможность помолиться за мертвеца, которому, знаете, за мертвеца которого, особенно судьба не решена. Я вот сейчас как бы об этом мне пришла мысль. Которого человека мы знаем, что он спасен, это уже вопрос. Человек уже иногда действительно хочет домой, и он к Богу с радостью идет, понимаете? А вот человек, которого судьба не решена, и он может в ад попасть,
и вы знаете, что это. Вот его возвратить и покаять, и дать ему возможность исправить свою жизнь, вот это огромное благословение. То, что мы должны действительно, можно сказать, ожидать, что Бог хочет использовать свое тело. А свое тело, то есть тебя, меня, понимаете? Да-да, вас. Я еще говорю, вас хочет Бог использовать. Вы думаете, ну нет, это может быть вас, что вы там молитесь, вы там читаете Библию, вы готовитесь, вы там в каком-то положении, может быть, у вас уже вы для этого рукоположенные. Вы читаете, что Иисус сказал, уходя, ученикам своим сказал. И если вы последовали за Ним, вы Его ученик. И это действительно вызов, который Бог сегодня дает. Поймите, что вот Бог не хочет просто, знаете, так утверждать людей, показывать вот чудеса. Сейчас мертвец поднялся, там человек. Он хочет людей спасать. И это является инструменты, которые помогут людям получать спасение. Знаете почему? Потому что есть люди, которые настолько неверие выросли, настолько в невежестве, в атеизме, что им очень трудно поверить, что есть какой-то Бог, когда они вообще не слышали о Нем. Понимаете? Или вы ему говорите, что есть Бог, и Бог этот являет свою руку могущественную. Поймите, что Бог дает нам инструменты эти для того, чтобы люди спасались. И Он хочет спасать людей. И Он хочет, чтобы мы задействовали все инструменты. Поймите, что тяпкой можно копать, лопатой можно, а можно экскаватором или трактором. Как пройтись? Вот я считаю, что вот эти исцеления, дары, чудотворения, это действительно этот трактор, которым мы будем собирать урожай, или не трактор, даже этот комбайн, который не по одному колоску, знаете, руками, а именно комбайн, как пройдет то, что Бог сегодня и делает. И действительно, Господь дал призыв сегодня, великое поручение своим последователям. Если вы уже последователи Иисуса Христа, то это вас не обходит. Это не просто каким-то особенным избранным. Вы скажете, это особенным избранным, может быть, принадлежит поручение идти проповедовать Евангелие по всей земле, за больных молиться. Да, этим являетесь избранным и вы, потому что Господь, Он сказал, что говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного, доколе не облечу силой свыше. Сила свыше – это не просто была для тех только несколько сот людей в то время, но сегодня мы Его последователи. И Господь, когда возносился, Он сказал, что мы приняли эту силу, чтобы силой Божией могли свидетельствовать о живом Боге Иисусе Христе, который пришел спасти и исцелить нас от всех болезней, от всех грехов. «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля». События происходили именно в Израиле, поэтому Господь сказал, что вы и Израиль не миновали, потому что проповедовали спасение Его. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Вы скажете, нет, это и отдельные проповедники есть, им, наверное, платят какие-то деньги, и они должны там что-то делать. А я кто такой? Нет, дорогие друзья, вы являетесь Божьим благовестником. Благовествуйте за дня день, на день спасения Его. Поэтому наша миссия сегодня – поддерживать, может быть, не все мы пойдем, знаете, физически оставим, и сегодня нет нужды в этом. Вы скажете, как нет нужды? Сегодня даже телевидение, вот, которое вещается, телесеть благих новостей, ТБН, это инструмент в руках Божьих. Конечно, это не единственный инструмент, дорогие друзья, но это один из мощных инструментов сегодня на этой земле, где мы можем идти в дома и в те страны, где мы физически не сможем пойти туда, нас и не пустят туда, и может быть, что-то нам и небезопасно будет там. Но сегодня в 186 стран мира вещается благая весть о спасении и исцелении, что Бог хочет исцелять и спасать людей. Поэтому Он говорит, идите же и проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Действительно, спасение нам даром и исцеление. Дорогие друзья, вы скажете, снова это не ко мне, это лично к вам. Персонально к вам, дорогие друзья, вы можете поддерживать телеканал ТБН, молиться, поддерживать финансово, чтобы вещание благой вести достигало еще тысячи миллионов людей, которые сегодня нуждаются. И не говорите, Писание говорит, что еще не время жатвы, не пришло время, но поднимите глаза ваши и посмотрите, что жатва уже поспела и побелела, и готова к жатве. И молите Господина жатвы, чтобы выслать
выслал делателей на жатву свою. Кому это говорится, друзья? Это говорится мне и вам. Чтобы мы молились, чтобы Бог выслал нас. И сегодня Он хочет, чтобы мы высылали то благословение, те дары, чтобы мы не остались бесплодными. Потому что Господь, когда мы встретимся, Он не скажет нам: о, ты ходил в церковь или еще что-то делал. Он скажет: где плод? Почему ты был непослушный мне? Нету плода послушания. Поэтому сегодня дерево познается по плодам. Поэтому будьте плодоносными для Царства Божьего. Не просто будьте верующими, но вкладывайте в Царство Божие, созидайте Царство Божие, проповедуйте Царство Божие через вашу жизнь, через ваши финансы, через ваше сердце доброе для Бога. И действительно, мы благословляем вас, дорогие друзья, на этот процесс исцеления, на этот процесс богопознания, на это свежее откровение, кем является Бог, Отец ваш Небесный. Это милосердный, который хочет сделать все для того, чтобы благословить вас, для того, чтобы утвердить вас в Его милости, просто вот этой благости, которую Он имеет каждому из вас, как Он хочет исцелить, благословить каждого из вас, наполнить вашу жизнь этим обилием просто благословение и жизни своей, которая будет нести жизнь и исцеление во все сферы вашей жизни. Мы благословляем вас, дорогие друзья. Спасибо, что были в программе «Твой лучший день», и посылаем вам шалом.